Привет, друзья. Значит, я предлагаю вам смотреть под видео всегда. Под видео смотреть всегда, потому что сейчас под видео там же вход написан на вебинар, который в четверг в 20 часов. Ну, потому что я потом 2 недели буду вообще отсутствовать, потому что я буду доредактировать книгу, надо срочно сдавать в издательство АСТ по договоренности, чтобы в сентябре она вышла. Ну вот, под названием я так размышляю о том, что там «От страха к свободе», а я думаю, это сделать последней фразой, или «От страха к свободе», а вначале написать, как стать здоровым, как быть здоровым, счастливым и богатым, или «От страха к свободе». Вот так я думаю. Потому что лечиться можно только свободой. Ну, зарабатывать деньги можно только тогда, когда ты свободен. Когда у тебя голова свободна, и ты хорошо соображаешь. Ну, если ты хочешь зарабатывать. Хочешь картины писать, пиши картины. Чем бы ты ни занимался, надо быть внутри свободным. Без свободы нет здоровья и нет творчества. Ну и поэтому весь метод ключ на этом построен. И вот что интересно. Интересно то, что как переводить шторм стресса в штурм, мозговой штурм, решение волнующего вопроса. Как переводить шторм в штурм? И это будет на вебинаре, вот на этом вебинаре. Потому что очень важно на вебинаре напомнить всем, чем бы вы ни занимались, друзья. Самое главное, это то, о чем я говорил в последнее время. Это состояние, когда ты помнишь общечеловеческие ценности. Потому что творчество – это подход к любому вопросу. Пускай этот вопрос будет бытовой, или межличностный, или какой-то изобретательский, ну, любой вопрос. Если ты подходишь, умея находить наиболее простое решение при решении сложной проблемы, но через призму высших человеческих ценностей, это так необходимо. Потому что вот сейчас даже при подборе кадров на работу, вот этот фактор не учитывается. Поэтому это одно из таких ключевых моментов, что в системе подготовки кадров, которая должна быть по существу, под этим профилем, под этим вектором проходить любая школа подготовки любых людей, любых специалистов, от пожарных до людей творческой деятельности, учитываться этот момент, который пропал. Пропал, да. Человеческие качества. Конечно, это же самое главное. И поэтому на вебинаре, который мы будем в четверг 20 часов проводить, конечно, я об этом напомню. Девушка ли хочет выйти замуж? Найти себе жениха достойного. Что этот критерий тоже должен быть учтен. Тоже должен быть учтен. Потому что если этот критерий при подборе кадров на работу должен быть учтен, то, конечно, при создании семьи или дружеских отношений человеческие качества решают все. А как же? А почему некоторые люди знают об этом? Ну, как бы они знают это для себя, и они пользуются двойными стандартами. К себе-то они относятся по-человечески, может быть. А к своему собеседнику... Не очень. Ну, например, что-то непонятно в вопросе, который он слышит. Вместо того, чтобы переспросить, задать вопрос, уточнить, сразу делать оценку. Сразу наводить критику. Ну, что это такое вообще? Нет согласованности. Точно так же нет согласованности внутри мозга, когда человек находится в стрессе. Нет согласованности, есть внутренний конфликт между психическими и физиологическими процессами, отсюда все и проблемы. Точно так же и в коллективе. Поэтому, как переводить
мозговой шторм. Мозговой штурм для решения волнующего, животрепещущего вопроса. Конечно, этому можно научиться, как стресс-трамплину, через приемы ключа, через разгрузку, научиться перезагрузке. Там же у нас все есть. Смотрите на нашем канале все предыдущие видео. По названиям смотрите, по содержаниям смотрите. Выходите на сайт stress.su или на сайт hasai.ru. Там много информации. Как на ноль выходить? А ноль, знаете, это такое чудесное состояние, которое Будда назвал нирваной, например. Да, ноль в Европе назвали психической релаксацией. Но это состояние такое, когда мысли текут, а эмоциями не сопровождаются. Такая пустота в голове, как бы тебе все нипочем. А там как раз мы делаем перезагрузку. Я же там этому вас учу, и наша школа «Человек будущего», «Homo Futuro». Все знают, что такое перезагрузка. И там на этом вебинаре завтра обязательно будем делать перезагрузку. Перезагрузка, главное, это перекодирование взаимоотношений между мозговыми структурами на то, что когда, каждый раз, когда возникает любой, как говорится, нежданчик, и вас разрывает на части, вы не знаете, как одновременно решить сотню задач, а времени нет, то в этот момент вот этот мозговой шторм, как перевести в мозговой штурм, решить вопрос. Да, это очень интересно, это очень интересно. Итак, человеческие качества и способность переводить мозговой шторм в мозговой штурм для решения вопросов. А мозговой штурм – очень интересное явление. Вы, наверное, об этом слышали – мозговой штурм. Но это когда какая-то проблема труднорешаемая, а тебе надо быстро ее решить в условиях жестких временных ограничений. Или коллектив, например, конструкторское бюро, или, например, любая группа, будь то изобретатели, или художник, вот тебе надо вот найти тот мазок неповторимый, а ты в каком-то таком состоянии, все из рук валится, ничего не знаешь, как сделать, а времени нет, и вот как в этот момент, а к тебе должны сейчас прийти и посмотреть на твою картину, допустим, ты пообещал, и они уже приготовились, они едут, они звонят, а у тебя, ну вот так, и как вот этот мозговой шторм перевести в мозговой штурм? Конечно, это делается с помощью метода ключ. Ну что же, раз я этим сам пользуюсь, и это мне помогает, поэтому я вам тоже буду это советовать, и на этом вебинаре мы будем и разгрузку делать, и приемы для снятия нервно-мышечных зажимов, и упражнения для того, чтобы решать очень сложные вопросы. Но самое главное, я вам сказал, человеческие качества. Потому что, что бы ни было в жизни, именно человеческие качества плюс его профессионализм, а он вырабатывается тоже с помощью метода ключ, потому что перед любой деятельностью, перед любым занятием, перед любой тренировкой, будь то цигун, йога, работа над своим характером или каллиграфическое какое-то там обучение записью, каллиграфии, ну, любое занятие, если до и после несколько минут применить приемы ключа, раскрепоститься, выйти на состояние внутренней свободы, и все тебе удается легче. И появляется уверенность в себе, друзья. До встречи. Вот я смотрю, там кто там пишет вопросы под видео, вот они точно попадут в закрытую группу, которая будет получать новейшую информацию. А те, которые вопросов не пишут, вот эти непочемучки, они не становятся великими. Они все время исполнители, они все время пользователи, они идут все время позади, великими становятся только почемучки. Поэтому от характера вашего зависит многое. Скажу вам такой, ну, афоризм такой. Ваш характер, ваши грабли, на которые вы все время наступаете. Да. Вот там как раз на вебинаре мы будем об этом говорить.
как поработать над своим характером, чтобы была согласованность и в личных отношениях, и в выборе друзей, и чтобы это было синергетическое общение, дающее что-то новое, а не просто потребительское друг другу для самоутверждения. Да. Таким образом, до встречи, друзья. Да. Больше вопросов пишите. Будет больше ответов. И на вебинаре будет больше ответов. И вообще на следующих видео будет больше ответов. До встречи.